кшурим, так быть связанными с группой. Когда без них, может быть, я думаю, иногда тогда у меня будет другая группа, я войду в другую десятку. Творец подстраивает все эти вещи и иногда дает нам такие ощущения отдаления, когда стоит отдалиться, поменять десятку, оставить или еще что-то. Это для того, чтобы мы начали чувствовать, насколько в духовном мы, по сути дела, зависим друг от друга, тесно связаны друг с другом. Мы также должны видеть, что происходит с другими людьми. Насколько, если я не продвигаюсь в том, что сейчас Творец дал мне, я уже нахожусь между небом и землей.